підвищення тарифів на комунальні послуги і можливість при цьому отримати хоч якусь фінансову допомогу у вигляді субсидій, все частіше штовхають власників квартир позбавитись зайвих душ. Отже, популярним стало питання зняття з реєстрації за місцем проживання осіб, які фактично в цій оселі не проживають. І добре, коли цей процес між сторонами відбувається за згодою. А якщо ні, що робити? Півтора роки тому пані Тетяна на прохання свого знайомого переселенця з Донеччини прописала його у своєму будинку. Знайомий розповів Тетяні, що має намір купити мікроавтобус і заснувати у Миколаєві свій бізнес. Отже, для цього йому потрібна прописка. У нього не вийшло по документам, мабуть, возраст, мабуть, стажа роботи на такій машині. І через кілька місяців чоловік зник. Довгий час на зв'язок не виходив. В течение года я не могла его найти ни на звонки, ни через знакомых, нигде. Поэтому я решила, что мне нужно его выписать, чтобы у меня не было проблем в будущем. Мало ли, что я там субсидию оформлять или продажу произвести. После того, как я прописала, я почему-то забоялась, что все-таки может пройти длительное время, и человек может воспользоваться какими-то, может быть, там что-то не в мою пользу. Але з'ясувалось, що зняти з реєстрації людину набагато важче, ніж прописати. Навіть попри те, що жінка – власниця будинку. Я пішла в паспортний стіл, і мені сказали пакет документів, але так як чоловіка немає, я не можу його виписати. Але пані Тетяна дізналась, що виписати знайомого може лише через рік з дня прописки. І у даному випадку зробити це можна лише через суд. До всіх нервів ще й фінансові витрати. Жінці довелось сплатити судовий збір. Віддала половину своєї пенсії. Перший раз ми пішли в суд, було засідання, чоловіка немає, перенесли на друге, опять висилали, видно, повістки, видно, в очікуванні, що я, може бути, його десь увижу, зазвонюся, знайду, появиться. І тому на третій раз суд прийняв рішення виписати. Було неприємно, було моє час личне, було все одно судові здержки, прийшлося мені заплатити. Хождение, ожидание, переживание. Все это было. С прошлого года установлены новые правила регистрации граждан. Вместо ранее понятия прописка сейчас используется регистрация места проживания. И главным отличием является то, что ранее осуществлялось органами миграционной службы, а сейчас регистрация осуществляется органами местного самоуправления. Також раніше прописка дозволяла вселення та проживання додаткових мешканців без врахування житлової площі, лише близьких родичів. Вже при реєстрації місця проживання будь-яких обмежень щодо необхідних санітарних норм житлової площі та кількості зареєстрованих осіб в одному житловому приміщенні не існує. Законом передбачено, реєстрація або зняття з реєстрації має здійснюватись в день подання особою або її представником всіх документів. В первую очередь это заявление, вы его на месте оформляете, пишете. Также это паспорт гражданина Украины, куда непосредственно вносятся изменения. А также, если нет паспорта, то свидетельство о рождении, куда тоже ставят отметка. Если лицо находится на военном учете, военный билет, квитанцию об оплате административного сбора, а также право, устанавливающие документы на имущество, потому что осуществляется с разрешения собственника. Либо, если квартира находится в аренде, то в этом случае договор аренды имущества. И если обращаемся через представителя, то также паспорт, подтверждающий личность представителя, и документ, подтверждающий право на представительство интересов, то есть доверенность. Що стосується реєстрації новонароджених дітей, то батькам для цього надається 3 місяці. Якщо реєстрація не була вами осуществлена, то в цьому випадку дитина записується в форму матері. Дитина відноситься туди, де проживають батьки. Особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання. Отже, при подачі документів на реєстрацію її присутність обов'язкова. Дитина, що не досягла 14 років, має бути зареєстрована за місцем проживання батьків або одного з них без згоди власника житла. В случае регистрации места проживания родителей в разных местах, да, если мы хотим выписать ребенка от одного родителя, прописать к другому, то в этом случае должно быть разрешение или заявление обоих родителей. То есть и оно, заявление это пишется в органах исполнительной власти, да, в центре административных услуг вместе, то есть в одно и то же время. То есть нельзя, чтобы принес просто заявление от другого родителя. Если одного из родителей нет, он находится далеко, да, то в этом случае представитель по доверенности может выступать как в качестве
ну, если родитель доверил непосредственно эту, провести это действие, то есть, пожалуйста, представитель может это осуществить. Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою, навіть коли людина проживає у декількох місцях. Для добровільного зняття з реєстрації особа або її представник має надати такі документи. Ви пишете там заявлення о том, що просите зняти з реєстрації, зняти з учета. Далі підтверджує непосредственно документ, в який будуть вноситися змінення, тобто либо це паспорт, либо, если это лицо несовершеннолетнее, то это свидетельство о рождении. Военный билет, если лицо военнообязанное, стоит на учете, находится на учете. Вот. А также необходимо в некоторых случаях решение суда о признании лица без вести пропавшим, либо умершим, свидетельство, может быть, о смерти лица, вот. А также решение суда о том, что лицо лишено права собственности на жилье. То есть на основании вот таких вот документов осуществляется снятие с регистрации. Бывают випадки, коли у помешканні проживає особа, яка не є власником, а лише зареєстрована там і не дає згоди на зняття з реєстрації. Це можна зробити примусово у судовому порядку, але маємо надати суду аргументовані докази для реалізації своїх намірів. Существують два моменти основних. Якщо жилье знаходиться в собственності, то в этом случае здесь более одного года, если лицо отсутствует, то можно поднимать вопрос о принудительном снятии с регистрации. Если жилье находится в аренде, то здесь более 6 месяцев. Вот. Но, опять же, необходимо подтвердить данный факт. В первую очередь это актом подтверждения о том, что лицо не проживает по указанному адресу, туда можно указать, что личных вещей не имеет, там, почтовую корреспонденцию не получает и фактически не проживает. Указать, какой период, допустим, там 2-5 лет. Вот, данный акт подписывается 3 соседями, вот, то есть подтверждает этот факт. И в дальнейшем заверяется директором ОСМД, ЖЭКа, то есть непосредственно той организации, которая, ну, под контролем дом. Навіть коли людина постійно проживає у приміщенні, але неналежним чином утримує майно або наносить йому шкоду чи робить неможливим нормальне проживання інших осіб у приміщенні, вона також може втратити право користування цим житлом. Для суда это должно быть подтверждение того, что это систематически. В этом случае вызывается полиция и административными протоколами или выписками, то есть непосредственно по вызову, вот, мы подтверждаем непосредственно этот факт. Если это то есть долговые обязательства, да, то есть коммунальные услуги не оплачивает, то квитанция о том, что непосредственно вы платили, потому что независимо от того, на ком оформлен лицевой счет, да, можно, если мы оплачиваем через банки, то есть указать, кто непосредственно платил данные услуги. Также к исковому заявлению мы прилагаем копию правоустанавливающих документов, то есть на каких основаниях проживает лицо в данной квартире или имуществе. И стоит отметить, что только наниматель помещения, либо собственник может обратиться в суд для снятия с регистрации там, какого из непосредственно нарушителей, да, лиц. На підставі таких доказів суд може прийняти позитивне рішення, хоча судовий процес може бути тривалим. Это может занять времени до 2-3 месяцев в судебном порядке. Рассматривается в гражданском судопроизводстве, в исковом производстве, подготавливается исковое заявление, и иск подается по месту расположения самого имущества. Судебный сбор для оплаты данного иска, это неимущественные дела, оплачивается на сегодняшний день в 640 гривен. Когда решение суда вступило в законную силу, лицо или собственник, или наниматель обращается в Центр административных услуг или органы местной исполнительной власти для осуществления, для реализации данного решения, вот, и снимает с регистрации данное лицо. Также стоит отметить, что если лицо снято с регистрации, оно обязано зарегистрироваться, где оно фактически проживает, в течение 30 дней. Варто знати, що припинення сімейних відносин, наприклад, розірвання шлюбу з власником будинку чи квартири, не позбавляє вас права проживати в цьому приміщенні. Також законодавством передбачені випадки, коли особа має імунітет, і власник житла не може зняти її з місця реєстрації навіть у примусовому порядку. Такими уважительными причинами являются прохождение военной службы или призыв на мобилизацию. Если это лицо находится на заработках в другом городе, либо даже в другой стране,
То есть за таким лицом сохраняется право проживания, даже если лицо отсутствует более установленного периода. Также если лицо уехало на санаторно-курортное лечение, если лицо, то есть оба родителя умерли и ребенок находится несовершеннолетний, то до момента совершеннолетия данного ребенка, пока он не сможет распоряжаться непосредственным имуществом. Также такое имущество может быть на этот период сдано в аренду. Но в дальнейшем, по истечению определенного срока, то есть до 18 лет, потом жилье возвращается непосредственно к ребенку, и он имеет право распоряжаться в полном объеме. Також неможливо у примусовому порядку позбавити реєстрації місця проживання особу, якій не виповнилось 18 років. Разом з неповнолітньою дитиною суд також не зніме з реєстрації одного з батьків, разом з яким зареєстрована дитина. Также дети-инвалиды. Или если ребенка, допустим, отправляют на оформление всех этих документов, опекунство и так далее. То есть если ребенок проживает в другой местности, да, и лицо, его представитель, опекун, родитель обязан выехать на продолжительный срок для, допустим, ребенка содержания или ухода. В таком случае, то есть это является уважительными причинами. При этом, если лицо обратилось в суд в принудительном порядке для того, чтобы снять с регистрации, после того, как будет принято решение, то есть постановлено решение суда, и оно вступит в законную силу, лицо, когда возвращается непосредственно сюда, имеет право пересмотреть данное решение, подать апелляцию и восстановить свои права, то есть восстановиться в регистрации места проживания. Також неможливо примусово зняти з реєстрації місця проживання законного власника житлового приміщення. Іноді власники нерухомості, реєструючи у себе інших осіб, занепокоєні, що місце реєстрації може вплинути на право власності. Експерт зазначає, така думка є хибною. Это не влияет на право собственности. То есть эти лица, которые им предоставлено право проживания, и никаким образом посягать на собственность собственника, да, самого жилья, это не играет никакой роли. То есть лицо является полноправным то есть собственником и распорядителем своего имущества, поэтому этого бояться не нужно. В дальнейшем, если говорить, например, о наследстве, да, если у этого лица никаких наследников нет, да, то и после смерти данного собственника, да, то это лицо имеет право претендовать, потому что никого нет. Но если говорить о том, что у собственника есть там большая дружная семья, да, и много родственников, там, детей и так далее, то это лицо никаким образом не имеет права претендовать на получение части этого имущества или целого имущества. Але існують деякі випадки, коли реєстрація інших осіб може завдати власнику клопоту. Существуют на сегодняшний день у нас проблемы, когда лица прописывают, да, не зная человека, не зная лица, а прописывают в своем жилье, в своем имуществе. И могут столкнуться с проблемами, например, лицо взяло кредит потом и указало прописку, и непосредственно указало, то есть могут звонить коллекторы и доставать своими звонками, психологически притеснять и так далее. Возможно, то есть лицо не может оформить субсидию, потому что не может получить, то есть там необходимы справки о доходах всех членов семьи или всех лиц, которые зарегистрированы по адресу. Отже, перш ніж зареєструвати людину в своїй оселі, зважте усі обставини та проаналізуйте можливі ризики, щоб через деякий час не витрачати здоров'я та кошти у боротьбі з небажаним сусідом по квартирі, хоч і номінальним. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».